ребят. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой. Мастеркард. Мастеркард. Давай, вставай, стартовую снимай. Чудеса света! И мы прилетели в Новую Гвинею. Папуа, экзотика. Фу-фу-фу. Я хочу объединиться с природой, вот этой настоящей первобытностью. У меня есть первобытность. Красный рюкзак за спиной. Сначала монетка. Окей, монетка. Орел? Решка. Знаешь, тебе постоянно вот эти сливки, романтика, маршрутки, попутки. А я должна на яхтах, на вертолетах. Новая Гвинея – гигантский остров в Тихом океане. Это последнее белое пятно на карте мира. Терра инкогнита. Дикий. Первобытный. За его первозданную красоту остров прозвали последним раем на Земле. Я отправлюсь смотреть на самые красивые его места. Райские острова и чистейшие пляжи. Голубые лагуны и сказочный подводный мир. А я возьму самый дорогой тур, чтобы попасть в сердце Новой Гвинеи, где в дремучих джунглях живут племена папуасов-людоедов. В этот раз мы забрались так далеко, что нужно объяснить, где мы вообще находимся. В Тихом океане между Австралией и Азией есть громадный остров – Новая Гвинея. Он поделен между двумя государствами. Восточная часть – это страна Папуа-Новая Гвинея, а западная принадлежит Индонезии. Мы прилетели на крайний запад острова – в город Саронг. Здесь можно сесть на паром и отправиться смотреть дикие райские острова. Их называют Раджа Ампат. Если вы думаете, что в таком диком и неиспорченном месте все дешево, нет, поверьте, тут все наоборот. Из-за того, что Новая Гвинея находится на краю географии, туристы сюда долетают редко. Поэтому каждого приехавшего стараются ободрать как липку. Такси? Такси! И вот вам первое доказательство. Здесь нет общественного транспорта, а цены на такси начинаются от $7 даже за 1 километр. А сколько такси? $11. Даже не важно, куда я еду, фиксированный прайс. Let's go everything! Bye-bye! Всего 3,5 километра за $11. Но у меня нет другого выхода. Паром отправляется только в 9. Пока Антон побирается с рюкзаком, я лечу через непроходимые чащи и горы в самое сердце лесов Новой Гвинеи – долину Балием. Ребята, мне нереально повезло. Благодаря моей премиальной карте MasterCard у меня есть возможность увидеть настоящее чудо света. Я отправляюсь жить в племя бывших каннибалов. О папуасах говорят страшные вещи. Их называют охотниками за головами и последними на земле людоедами. Они до сих пор живут, как в каменном веке. Не знают, сколько им лет, не пользуются деньгами и пугают современный мир своими леденящими кровь обрядами. Я буду с ними есть, спать, узнавать особенности этой культуры. Ну и выясню, насколько они бывшие каннибалы. Блин,
Привет, Боб. Привет. Меня зовут Алина. Приятно познакомиться. Знакомьтесь, это мой гид Боб. Он будет моим проводником все эти дни. И мне кажется, он выглядит как киношный персонаж. Окей, я готова. Тогда поехали. Машина у меня, конечно, шик. Перебирать машинами здесь не приходится. Долина Бальем отрезана от остального мира лесами, горами и болотами. Все грузы сюда доставляются по воздуху. Лимузин в самолет не впихнешь, так что авто привозят самые практичные. So, it's my boat. Your boat, yeah. Yeah, this one, okay. Похоже, успел. Из Саронга отправляются паромы на разные острова. Я выбрал тот, до которого плыть ближе и дешевле. Вайгео. Паромы на него стоят всего 7 баксов и ходят каждый день в 9 утра и в 2 дня. Смотрите, тут еще два класса. Экономический 100 рупий и VIP 215. Я, естественно, возьму экономический. Могу себе позволить. Я еще не успел дойти до парома, а тут уже местная папуасская необычность. Продвинутая рыбалка. Он закидывает муку в пластиковый стакан и потом закидывает стакан в воду. Походу, он ждет, пока рыба заплывет в стакан. Подсекай. Технологии. Мука. Ну а что это может быть еще? Походу, пора. Это мой. Пойдем, 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 пойдем. Хорошего улова! Паром – это единственная возможность привезти на острова что-то с большой земли. Поэтому народ тащит с собой все необходимое. Ай. Стройматериалы, мешки с рисом, какие-то ящики. Все толкаются со своими тюками и сумками. Ну что, посмотрим, на чем плавают в Новой Гвинее. Эконом-класс на первом и третьем этаже, а на втором – VIP. Логично, логично. В эконом-классе ряды по 3 сидения, экраны, на которых звучит плейлист капитана корабля, работает кондиционер, а главное – нет деления между багажным отсеком и пассажирским. Такой багажно-людской отсек. В VIP-классе первое, что ощущается, реально лучше работает кондиционер. Сразу хочется одеться. О, полочки для обуви, что предполагает мягкие ковры. Сиденье тут действительно удобнее. О, а еще тут есть столики для еды. С выходом в проход. Продумано. Из дополнительных развлечений кафе-бар «Карма». Не путать с «Кармой». Тут печеньки, орешки, яйца, чай, кипяток. Ножницы. Веселый продавец. Ай. Туалет тут выглядит круче, чем в наших поездах. Во-первых... Нет. Но выглядит круче. О, thank you. Оп. Окей. Так, сколько баллов накопилось на моей премиальной карточке MasterCard? О, как раз хватает, чтобы что-то купить по программе вознаграждений. Сейчас обменяем на что-то интересное. Сказать по правде, я не так себе это все представляла. Я думала, что выйду из аэропорта и сразу увижу людей в соломенных юбках. Но сюда цивилизация все-таки дошла. Вот люди в одежде.
А я могу увидеть здесь традиционного папуаса? В 1987 году в город Вамена пришел прогресс. Раньше обнаженные люди ходили прямо по городу, а сейчас им пришлось одеться. Я вижу. Голого человека в городе не встретить? Нет, ну, может, одного-двух встретишь, если повезет. Я знаю, что в Папуа 1002 языка. Это правда? В Западной Новой Гвинее 370 разных племен и 370 разных диалектов. О май гад, как же люди общаются? Я научу тебя некоторым папуасским словам. Вамена. Вам – это свинья. Эна – это место, где находятся свиньи. Когда женщина здоровается, нужно говорить «лаук». Лаук. А если захочешь сказать «добро пожаловать»… Ва-ва-ва-ва. Окей, я готова ехать. Лаук. Всего час проплыл на пароме, а уже начал различать местных. Прабово. Здесь живут индонезийцы, маленькие смуглые люди восточного вида. И папуасы, которые больше похожи на африканцев. Кстати, их так прозвали за пышные шевелюры. На малайском языке слово «папуас» означает «курчавые волосы». Несмотря на то, что местные выглядят, на первый взгляд, очень сурово и недружелюбно, внутри это добрейшие люди. Давай. Люди готовы делиться с тобой чем угодно. Они тебя напоят непонятно чем, накормят непонятно чем, но все с открытой душой. С ними можно спеть в караоке. Хапуска храза синтаку. And you, оп. Можно организовать ансамбль стихийной волны имени русалочки. С ними даже можно воссоздать сцену из любимого фильма. Я никогда не буду прежним. Местной гостеприимности и дружелюбию нипочем даже правила безопасности. Они меня приглашают порулить. Капитан, куда идем? Я не знаю, что там у Алины, вертолеты, дорогие машины, но я просто капитан пассажирского судна. Уважаемые пассажиры, вас приветствует помощник капитана. Вот он сидит. И капитан Антон Зайцев. Желаю вам приятного путешествия на остров Вайгео. Добро пожаловать в рай! Прибыли! Попасть на остров можно через КПП. Местные проходят его бесплатно. Территория Раджампад заповедная, и со всех иностранных туристов здесь взимают дань. На секундочку, 1 000 000 рупий, это 70 баксов. За них тут выдают разрешение на свободное передвижение по островам. В любой момент к туристу могут подойти рейнджеры и потребовать документ. Если его нет, влупят штраф и все равно заставят купить пропуск. Я же вам говорил, что в Новой Гвинее дерут деньги на каждом шагу. Антон, ты еще не знаешь, сколько стоит мой приватный тур к папуасам. Впечатлительным закрыть уши. 5 000 баксов! В этот тур входят сопровождение гида, аренда авто с водителем, бензин, проживание в деревне папуасов, все разрешения и страховка. И это еще без перелета. Дороже развлечений здесь не найдете. Папуасы относительно недавно познакомились с деньгами, поэтому многие вообще не ориентируются в ценах и иногда говорят их наугад. За фотку могут с легкостью попросить $100. Так что простят меня папуасские индонезийские боги, рейнджеры и защитники местной природы, я попаду на остров Зайцевым. Вот офис, в котором нужно платить 70 баксов. Вот дорога, на которой тебя никто не останавливает.
Вот я, который только что сэкономил 70 баксов. Здравствуйте. Sorry? У вас есть разрешение? Конечно. Оно в хомстее. А в каком? Барбадос хомстей. Точно? Вы его покупали? Да, конечно. Thank you. Thank you. Ладно, проходите. Bye. Вы видели? Местные просто не ожидали такой наглости. Это очень неправильно и очень стыдно. Но у меня не было другого выбора. Вы так никогда не делайте. Заплатите этим прекрасным людям за вход. И за меня верните $70. Мы приехали на рынок, потому что с пустыми руками в гости не ходят, тем более бывшим каннибалом. Нужно купить гостинцы, такие своего рода подношения, и заодно познакомиться с местным колоритом. Джибема Вамена. Единственный продуктовый рынок в городе. Кстати, фрукты и овощи здесь продают не килограммами, а вот такими кучками. Больше всего на рынке прилавков со странными то ли фруктами, то ли орешками. А что тут? Фрукты, десерт? Это орешки бетелевой пальмы. Если заметите, тут очень много людей ходят с красным ртом. Если увидел краснозубого папуаса, значит, он жует бетель. Местные чистят орешек, кладут его в рот, потом берут стручок горчичной пальмы, обмакивают его в негашеную известь и все это вместе пережевывают. Окей. Боб, я готова. А, это как хурма. Как очень горькая хурма. Тебя сразу моментально рот наполняется слюной. От того, что тебе сильно-сильно горько. Очень вяжет рот. Прям вот. Как будто бы бабушка вяжет у тебя во рту. А, теперь у тебя во рту еще и елка. Знаете, как будто бы жуешь морковь, которую до этого пожевали другие. Ой, она покраснела. Я вот только одного не пойму, в чем фишка. Бетель действует на организм как энергетик. Но чтобы почувствовать эффект, нужно жевать его долго. Во рту известь начинает вступать в реакцию со всеми ингредиентами и превращает их в красную жижу. Глотать эту смесь нельзя, а то разъест желудок, поэтому ее постоянно сплевывают. Весь остров покрыт кроваво-красными следами. Сначала даже думаешь, что здесь кого-то убивали. Бетель папуасы начинают жевать еще в детстве. К 18 годам негашенная известь съедает им весь рот и превращает зубы в какие-то прогнившие пеньки. Красный? А? Ну все, я теперь местная. Ребят, я своя. One, two, three. Вайгео – самый большой из островов Раджа-Ампат. Он окружен коралловым рифом и полностью покрыт непроходимыми лесами, где не ступала нога человека. Люди расселились только на узкой каемке пляжей. В этом поселке всего 300 человек. Ну что, посмотрим, как живется людям в последнем раю на Земле. Close your eyes, we find a happy place inside, and all the sea-
Деревня простая, но удивительно чистая. Ровные изгороди на улице, на дорожках белый песочек, как на пляже. Однотипные домики, две ловчонки, школа, церкви и пирс. Вот и вся деревня. Здесь живут современные папуасы. Сотни лет папуасы жили в лесах и ходили нагишом. Но потом сюда приплыли голландцы, научили ходить в обычной одежде, жить в домах и обратили их в христианство. Правительство Индонезии пытается продвигать тут ислам, но местные не торопятся его принимать. Ислам запрещает есть свиней, а без них папуасы не представляют жизни. Аминь. Тут на одну маленькую деревню целых две церквушки. Вот это одна из них. Вместо привычного нам колокола – старый газовый баллон. Не уверен, что сейчас время молиться, но сигнал дан. А вот так выглядит местный магазин. Так, в ассортименте конфеты, орешки, чай, витель, какой-то растворимый кофеек, лапша быстрого приготовления. И вон, голова человеческая. Главное занятие на острове – это рыбалка. Рыбу здесь умеют ловить даже 5-летние дети. Ну, ладно, они рыбу ловят. Вот, чувак сидит с мачете. За то, что я помог малым довести улов, они показали мне свой дом. We can go. Let's go. Пойдем. Посмотрим, как живут современные папуасы. По сути, вот она такая местная однушка. Студия с панорамными дверьми и окнами. Постоянно навес с земляным полом. Все. В одной и той же комнате они и моются, и хранят вещи, и сушат белье, и готовят еду. Нона, it's your room. Подстилка, где она спит. Такой гамачок для младшей сестры, для грудничка. Так удивительно. У них вроде бы обычная покосившаяся металлическая крыша, стены с большими щелями, но нет ощущения, что они живут бедно. Ну, просто им больше не надо. Да? Правильно я говорю? Let's run. One, two, three, go! Пошли, пошли! Hi, guys! Can I play your team? Нифига себе, у него обводка! Опа! Конечно, мячом это назвать сложно. Скорее всего, это какая-то спущенная шина. Окей? Красавчик! А, ты не в моей команде. Я открыт! Опа! Подмонтируй, что я забил. На самом деле, посмотрите, ребята, ну, что тут из развлечений? Две палки для ворот, все. Они из этого устраивают настоящий чемпионат мира. И я им искренне завидую, что у этих ребят детство будет еще очень и очень долго. В деревне я понял, за что этот остров называют раем на земле. Рай – это место, где люди живут без забот. Им не нужно думать о том, как не замерзнуть зимой. На улице вечное лето, хоть круглый год ходи в одной футболке и шортах. Рай – это там, где нельзя умереть от голода, потому что в океане полно рыбы, а на пальме всегда зреет кокос. Рай – это когда ты не думаешь о лайках в соцсетях, телефоне последней модели или о недоплаченных коммунальных. Это когда для счастья тебе не нужно многого. Я не знаю, действительно ли это последний рай на земле, но точно уверен, что это рай детства. Ведь здесь теплое море, вечное лето и ощущение каникул круглый год. Рай!
Местные хозяйки на рынок ходят с вот такой авоськой – билумом. Так, только носят ее не в руках, а на голове. Хоп! Ну, теперь на шопинг. А, Боб! Боб, а что это? Это фрукт красный панданус. А? Мы варим из него соусы или просто запекаем. И покупаем. Так, how much? Купим в племени немного батата. Сладкий картофель папуасы едят на завтрак, обед и ужин. Так что с подарком тут не прогадаешь. Я уже все. И это не донесу. Боб, мне нужна помощь. Местные женщины носят все сами. Вы слышали? Схема такая. Мужчины не носят ничего тяжелого, не делают никакую трудную работу. По той причине, что мужчина покупает женщину. И женщина потом делает все. Давай помогу тебе надеть сумку на голову. Он все равно на своем стоит. Но самый желанный подарок для папуаса – это не картошка и фрукты, а просто свинья. Свинья здесь ест только по очень большим праздникам и является такой вот обменной валютой. Ой, перед вами очень выгодное вложение. За вот такого хряка могут выменять очень сильную хозяйственную женщину. Или много еды. Или даже решить какой-то конфликтный вопрос. Папуасы всегда относились к свиньям с особым трепетом. Их предки вылавливали хрюшек в лесах, приручали их, и те становились чуть ли не членами семьи. Со свиньями люди спали, а женщины даже кормили их грудью. Современные папуасы свиней разводят и дерут за них втридорога. За маленького хрюнделя придется выложить от 300 баксов. А большая свиноматка может стоить как авто. Перед вами поросячья элита. Один такой хряк стоит 50 миллионов. Свиньи хоть и дорогущие, но гуляют без присмотра. Все потому, что для папуаса украсть чужую хрюшу все равно, что украсть чего-то ребенка. Тихо, все в порядке, все хорошо, никто тебя есть не будет. Ты такая обменная валюта, ты че? Я это покупаю. Тихо, ты чего кричишь, мой славный? Ты черныш, мой хороший. Тихо, не нервничай. Не нервничай, тихо. Ну все, тихо. Жалко очень. Черныш, уголек. Как тебя назовем? Успокоился? Нам предстоит еще долгий путь. На местных я посмотрел, в океане покупался. За новыми впечатлениями нужно ехать на другие острова. Но есть проблема. Мне это не по карману. Несмотря на то, что лодки, мягко говоря, не первой свежести, стоят они тут для туриста очень дорого. Трансфер на ближайший остров стоит 200 баксов. И все из-за невероятно дорогого топлива. Из-за удаленности Новой Гвинеи от всего мира везти сюда бензин очень дорого. Поэтому и стоит он баснословные 4 доллара за литр. Пойду узнаю у местных, может, есть варианты подешевле? Привет! Привет! Hi. Ты откуда? Я просто путешественник. Hi. Я мистер Гениус. Я Антон. Хорошо. Как-то неудобно, человек старше меня. Геннадий Папуасыч, по имени и отчеству. Окей? Ты ищешь жилье или что тебе нужно? У меня проблемы. Я хочу путешествовать по островам, но лодки стоят бешеных денег. Может, есть варианты, как это сделать подешевле? А куда тебе надо? Я знаю, что тут есть поблизости красивые острова, где можно понырять, рыбок посмотреть.
Ну, не знаю. Могу уточнить у своего друга. Он вроде завтра собирался ехать на остров Гам, через остров Кри. Там красиво. Если что, сможешь поехать с ним. Но тебе нужно будет скинуться на бензин. Где-то долларов 50. Это отлично, спасибо большое. Может, я могу вам чем-то помочь? Сделаю любую работу. Если хочешь, можешь помочь нам добыть саговую муку. Да, я помогу. Уголёчек, маленький, хороший мальчик. Тебя, знаешь, как в племени будут любить, холить, лелеять. Все. Мы сворачиваем с большой дороги и отправляемся в джунгли. Папуасское племя Дани. Оставшиеся 2 дня я проведу как в первобытные времена. Без душа, без электричества и интернета. Буду питаться едой из леса и спать в папуасской хижине. Ну вот мы и приехали. Дорога закончилась. А дальше нам с угольком 1,5 часа пешком. С бантик тебе сделаем элегантный. Кажется, неплохо. Свиньи прибежали спасать. Боб говорит, когда поросенок визжит, то прибегают со всей округи свиньи, и они могут нас атаковать, спасая своего друга. Я даже не думала, что это настолько умное животное. Это наш портер. Он пришел из села, чтобы нам помочь донести хрюшку наверх. Я надеюсь, что он успокоится. Так, мы уже почти пришли. Окей, за этими воротами уже племя. Папуасская деревня ограждена невысоким забором от диких зверей. Ворот нет. Во двор нужно залезать по лестнице. Лаукня! Ой, выходят все потихонечку. Когда видишь живого папуаса, у тебя наступает шок. Как будто смотришь прямиком в каменный век. Они ходят, в чем мать родила. Мужчины украшают головы венками из перьев райской птицы. В нос вставляют клыки диких кабанов. И прикрывают грудь кольчугами из ракушек каури. А вместо трусов носят вот такой чехол из бутылочной тыквы – катеку. Но об этом чуть позже. Чужаков выходит встречать молодой вождь племени Паул. Недавно его отец умер, и он приступил к правлению. Паул – необычный вождь, а очень даже прогрессивный. Паул отучился в университете и вернулся в свое племя, чтобы научить их разным наукам, чтобы научить их правильно высаживать и собирать сладкий картофель. В университете он ходил в брюках и рубашке, а здесь снова перешел на папуасский дресс-код. Это мой подарок для вас. И little pig. Я надеюсь, что вы его вырастите. Может, кто-то замуж соберется. Thank you. Слышите? Они говорят ва-ва-ва-ва.
Это значит, что подарки приняты, и я для них почетный гость. Лаук. А теперь можно рассказать про папуасский дресс-код. Больше всего шокирует то, что мужчины носят у себя на причинных местах. В эфире программа «Тысяча и одна котека» или «Как избавиться от комплексов в папуасском племени». Котека бывает двух видов – прямая и скрученная. А когда это еще тыковка, приходят и смотрят, как она растет, и могут изменить направление роста. То есть, если она закручивается, они могут ее выпрямить, привязать, и она будет расти вот такой ровной. Тыкву срезают на 20-й день, потом выскребают всю мякоть и сушат этот чехол над огнем. Котека держится на двух петлях. Маленькая крепится к мошонке, а большой к поясу. Like this. Есть большая и маленькая котека. Что это значит? Размер не важен. У него такая, у меня другая. Нет разницы. Хочешь хоть двухметровую носи. Главное, чтобы чехол защищал от царапин и порезов. И еще важно, чтобы котека торчала вверх. Это значит, что в тебе есть мужская сила. Вот так, да. А что же папуасские женщины? У них из одежды только юбки из тростника. Когда в деревню приходят гости, они наряжаются. Надевают на головы большие плетеные сумки. Это что-то вроде вечерних платьев. У некоторых из них нет пальцев. Видите, у этой женщины нет мизинчика. И здесь такая есть традиция в племени. Когда у тебя умирает близкий человек, муж, ребенок или кто-то из твоих близких родственников, то ты себе отрезаешь палец. Эта традиция называется икипалин и означает, что ты скорбишь по близкому человеку. Еще мы верим, что этот ритуал дарит спокойствие духу умершего. Чтобы облегчить боль перед ампутацией, женщине туго перевязывают палец травяным жгутом. Когда мышцы и нервы отмирают, кто-то из родственников отрубает уже безжизненную фалангу каменным скребком. Правительство Индонезии запретило этот древний ритуал, но пожилые женщины ему до сих пор следуют. Сейчас, когда люди умирают, женщины тоже отрезают пальцы. Сестра моего папы отрезала себе много пальцев. А ты тоже себе отрежешь пальцы, если близкие умрут? Нет, мужчины так не делают. Если умрет жена, мы отрезаем себе кусочек мочки уха. Я не знаю, как это может помочь, но традиция, конечно, зверская. Это саговое дерево. Саговая пальма? Ого, большая. Саговая пальма – главная кормилица папуасов. Из ее сердцевины делают муку. То есть они ее вот так молотят до стружки. Плоды едят сырыми. В древесине находят жирных личинок жука-усача, которые потом едят. Антон, теперь твоя очередь. Вот так. И так все дерево. Слушайте. Ты в порядке? Да, просто дайте мне 5 месяцев, и я закончу дерево. А сколько в день рабочий должен нарубить сагу? 2 метра. Ну, где-то это еще 1.97 м. Когда вы делаете эту работу каждый день, вы поете что-то? Да. Глубокая песня. А куда идем-то? Надеюсь, что ничего не поменялось, и меня не съедят. Неожиданно все жители племени Дани куда-то засобирались.
надели свои самые пышные шапки, самые массивные бусы и сделали боевой раскрас голубой глиной. Я могу тебе помочь. Мужчины взяли в руки оружие и приказали идти за ними. Украли мою жену. Видите, это другое племя. Выглядит все очень реалистично. Вот именно так у них обычно происходят битвы. Ой, они друг друга кидают копьями, стреляют из лука. И все прям в реал-тайме сейчас происходит. Ой! Вот этот часовой, он служит вроде как сигнализация. Он оповещает два племени о том, что произошел конфликт. И сразу прибегают все участники боя и начинают сражаться за свое. Когда в племя Дани приходит важный гость, ну или турист, который заплатил $5000, они устраивают ритуальный бой. Изображают историю, как однажды чужак из соседней деревни украл жену вождя. Тогда на помощь прибежали все мужчины, и у них завязалась жестокая битва. Много врагов погибло, но в результате девушка вернулась домой. Раньше битвы между племенами происходили постоянно. С приходом цивилизации воины запретили. И чтобы не терять сноровку, племена сражаются понарошку. Ура! Вернул свою Джульетту! Ты настоящий мужчина, вернул свою женщину. Strong husband. You have strong husband, yes? Застеснялась? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас будем просеивать саговую муку. Вы понимаете, что сейчас происходит? Вот это чудо инженерной мысли. Просто пальмовый лист, палки и футболка. Оп, заливаем водичкой. И пошел процесс по желобку. Оп. Через вот эту марлечку, футболку, просеиваются самые маленькие частицы. И, по сути, это очень напоминает такое отмывание золота. Потихонечку здесь накапливается крахмал, вытекает вся вода, его становится все больше и больше и больше. Он заполняет желоб, потом этот крахмал сушится, его собирают и уже несут на кухню готовить. Несу на кухню готовить. Обычные из саговой муки папуасы пекут пресные лепешки, которые заменяют им хлеб. Но самое большое лакомство – саговый десерт синоле. Хозяюшки, записывайте рецепт. Сагу коконат сукер. Разогреваем плиту. Берем уже процеженную саговую муку. Очень вязкая, похоже то ли на какой-то клей, то ли на йогурт. Выливаем ее на сковородку. Параллельно в кокосовую стружку добавляем сахар. Один, два, три. Мечта диабетика блюдо. Дальше на большом огне выпариваем из сага всю влагу. Мне уже несколько минут кажется, что мы с Геннадием Попасовичем зачем-то жарим какой-то пластилин или белую глину. И когда из вашего теста уже можно слепить горшок, добавляйте остальные два ингредиента. Вот он отсюда. И перемешивайте.
Cool. Готово. Смотрите. Во. Блюдо, достойное мишленовской звезды, а то и двух. Сагу коконат сугер. Попробуем. Знаете, как будто бы ешь желе, посыпанное кокосовой стружкой. Это реально очень вкусно. Not fish, no problem. No fish, no problem. No woman, no cry. Yeah. Теперь идем в деревню. Будем танцевать в честь окончания битвы. А, теперь нужно отметить. Сюда бежим. Да, победные танцы у племени Дани незатейливые. Нужно просто бегать из стороны в сторону и кричать «Хэ-гэ-гэ». Эту культуру понять нельзя, только почувствовать. После танца в честь победы над врагом принято устраивать ритуальный ужин. Женщины и дети готовят костер. Сначала собирают кучу дров и хвороста. А сверху набрасывают камни. Мужчины тем временем добывают огонь трением. Для этого нужны палка, сухая лиана и пучок травы. Лиану быстро-быстро трут об палку, пока солома не задымится. Получилось! О, вот все горит! На самом деле, готовить еду будут не здесь. Эта конструкция специально для того, чтобы разогреть камни. Горячие камни складывают вот в эту яму, и в них готовят продукты. Камни накрываются сверху вот этой всей соломой, и фактически все, что там внутри, это тушится. Мы добыли огонь и раскалили камни. Теперь все вместе начинаем нашу сакральную церемонию. Спасибо тебе за рис, сладкий картофель и свинью. Сейчас мы всей большой семьей ее и убьем. Нет-нет, это мой подарок для вас. Не убивайте, может кто-то захочет жениться. Нет, это наша традиция. Все вместе убьем свинью, съедим ее, и ты станешь членом нашей семьи. Может, съедим вместе сладкий картофель, а свинью не убьем? Свинью убьем. Я вообще не ожидала такого исхода. Теперь из-за меня погибнет уголек. А я же ему обещала, что его не съедят. Все хорошо, никто тебя есть не будет. Есть не будет. Дальше все как в тумане. Двое из племени вынесли уголька. Растянули его. А вождь взял лук со стрелой. Нет, я не могу на это смотреть. Извини, Алина. Да. Все это не об убийстве свиньи. Это старинная традиция. Но ты не сказала такой традиции. Ты сказал, что мы не убьем свинью. Они не собирались ее убивать. Но вождь посоветовался с другими людьми, и племя решило принять тебя в их семью. Свинья – это как дань уважения гостье, пойми. Я не могу понять этого. Единственное, что
Я могу сделать это, принять и все. Buy only... Я бы купила сладкий картофель, фрукты, рис. Но не покупала бы эту свинью. Смотри, они все это сделали для тебя. Свинья у папуасов чуть ли не священное животное. Поэтому жареная свинья считается ритуальным угощением. Дальше кабанчика бросают целиком на костер, чтобы опалить щетину и обеззаразить тушку. А потом папуас вместе с любопытными проголодавшимися детьми бамбуковым скребком разделывает свинью. Когда ужин готов, жители племени разбирают тушку по кускам. И с огромным удовольствием съедают свинью целиком. К пищу идет все – мясо, сало и кожа. Пока все ужинали, я поговорила с вождем и немного успокоилась. Оказывается, этот ритуал провели не только ради меня. Свинку убили для того, чтобы была хорошая погода, не было войн между другими племенами, и часть свиньи обязательно относят вот в этот дом, где хранятся все сакральные для племени вещи. Так делали их деды и прадеды, так привыкли жить и они. But I'm sorry. Извини за вопрос. Но, может, давно-давно-давно твой прапрадедушка ел человеческое мясо или нет? Нет, никогда. Я не знаю, как там караваи и другие племена, но люди из племени Дани никогда не ели людей. Конечно, в истории есть факты о том, что существовали и до сих пор существуют племена каннибалов, и до сих пор непонятно, почему племя Дани, просуществовав столько столетий, не стали этого делать, и единственный сакральный ритуал у них происходит именно со свиньей. Людей они не ели, а кто его там знает? Может быть, 300 лет тому назад ели, просто об этом уже, ну, как бы не хочется говорить. Я, наверное, бы тоже не призналась, что мой прапрапрадед кого-то съел. Beautiful. Девочки, такие девочки, даже в племени, найдут где потратить деньги. На Новой Гвинее темнеет очень рано и быстро. После 7 вечера на улице хоть глаз выколи. Уже пора укладываться, но ночлега у меня нет. За весь день я не нашел подходящего варианта. В Раджампате нет привычных в нашем понимании отелей, но местные предприимчивые папуасы не растерялись и придумали своеобразные жилища для туристов, по-домашнему назвав их хомстей. Пойдем, Шабака. Выглядят они все довольно однотипно. Это или маленькие хижины на берегу у воды, или маленькие хижины над сваях прямо над водой. How much for a homestay here? 400%. Слушайте, тут жилье начинается от 30 баксов. Если бы я остался в хомстее, то завтра не хватило бы денег на острова. Выход один. Опять обратиться к знакомому папуасу. Так получилось, что мне негде ночевать. Может, есть варианты? Ты можешь лечь спать прямо здесь, у костра.
Прямо здесь? Да, мы часто ложимся спать на открытом воздухе. Так спали наши предки. И мы тоже так любим отдыхать. Это так удивительно. Я себя здесь очень двояко ощущаю. С одной стороны, абсолютно чужие мне люди, другая культура. Но с другой стороны, чувствую себя каким-то своим. Эти люди меня приняли. И я сейчас сплю рядом с ними на куске брезента у костра. Спокойной ночи. Надеюсь, не проснусь Антоном среднего копчения. Все, вы меня нашли. Окей. Окей, поиграли? Хорошо. Давай, 5. Ой, я не вижу. 5. И еще раз. Окей. I go sleep. Good night, boys. Good night. Меня, как почетного гостя, не поселили в общем женском домике, а выделили отдельную хижину. Ну, мое жилище ничем не отличается от домиков местных, за исключением того, что у меня потолок повыше. А так, natural. Полное погружение в природу. Здесь такой прям ярко выраженный запах сена, москитная сеточка. Слушайте, ну я считаю, что это all-inclusive по-папуаски. Есть все, что нужно. Даже больше. Спокойной ночи. Паш, утром распакуй меня, пожалуйста. Новая Гвинея была мечтой орла и решки долгие 9 лет. И она превзошла все наши ожидания. Ладно, они рыбу ловят. Вот, чувак сидит с мачете. За 2 дня мы увидели тут столько чудес, что для них одной программы слишком мало. Эту культуру понять нельзя. Только почувствовать. Глубокая песня. Поэтому на следующей неделе смотрите продолжение наших диких. Выражение лица, конечно, жуткое. И райских приключений на Новой Гвинее. Кажется, будто ты не плывешь, а летишь над водой. Ой, прям попу его посмотрела. Теперь это моя территория! Подождите, вот так просто всунуть и все, и он вырастет, что ли? Она меня за ногу тронула! Натягиваю и отпускаю. Это не последний рай на земле, это последний рай в воде. Это путешествие запомнится нам на всю жизнь. К сожалению, мы не можем молчать. Съемки «Орел и решка» приостановлены. Ведь именно здесь мы окажемся на волоске от смерти. Арагатан!